Гибрид After Codex 2017 года – это один из самых дорогих гибридов линейки, снабженный компонентами высокого уровня. На алюминиевой раме здесь установлена система шатунов двухэлементная Shimano Dior, задний переключатель Shimano Dior XT, который работает как коробка передач робота, так тых-тых-тых-тых передач переключает. Очень классный переключатель, неоднократно использовал его на марафонах. Вилка здесь имеет воздушную подкачку, блокировку с руля и отскок. Руль по 31,8, в меру широкий, на гибриды обычно не ставят слишком широкие рули. Дальше двойные обода, резина для дорожного использования, ну, в принципе, на какой-то легкой грунтовочке вам на ней тоже будет вполне комфортно. Сиденье чуть шире, чем на обычных МТБ, чуть мягче, но при всем при этом оно не будет мешать вашим ногам правильно функционировать. Грипсы с локонами губчатой формы, то есть они очень мягкие, очень приятные и хорошо вентилируются. Велосипед можно найти на сайте usports.ru. Что случилось?